за хорошую работу сделанную. А хвалит только вот словами или рублем тоже поощряет? Да, словами. Словами больше. А вам как бы хотелось? Ну, рублем, конечно. В мае за выполненную работу. Стимулирующий фонд никто не отменял, конечно. Если ты хорошо поработала, то тебя могут похвалить и денежным эквивалентом. Ну, а вам бы самой как больше хотелось? Лучше, наверное, когда и словом, и рублем. Ой, меня начальник каждый раз хвалит. Как так? Расскажите. Ну, у нас очень справедливый начальник, поэтому где надо поругают, где надо похвалят, и где надо заступиться, поэтому я не жалуюсь на своего начальника. Только благодарна вообще жизни, что меня Бог с ней свел. По-моему, самая лучшая похвала – это отсутствие того, то, что тебя ругают. То есть ты работаешь для того, чтобы работать, а не ради похвалы. Я сам начальник, я себя часто хвалю перед зеркалом. Я думаю, что слово для русского человека очень важно. Рубль – это тоже очень существенно, но без доброго слова как-то и рубль уже не в радость. Он может нам мотивировать похвалой, но то, что вменить ему это в обязанность, я бы так не стала ставить вопрос. А мотивация, конечно, это приятно, когда при всех тебе говорят хорошие слова или просто своими действиями показывают, что ты все сделал правильно.